Говорит Москва. Московское время 8 часов. Выполняя решение 20-го съезда Коммунистической партии Советского Союза, труженики сельского хозяйства Ташкентской области вырастили хороший урожай хлопка и успешно выполнили план заготовок хлопка-сорта. Центральный комитет Коммунистической партии Советского Союза и Совет министров Союза СССР с большим удовлетворением отметили, что хлопкоробы Ташкентской области проделали значительную работу по увеличению производства хлопка и других продуктов сельского хозяйства. В текущем году колхозами и совхозами области сдано государству хлопка сорта 455 тысяч тонн, или на 70 тысяч тонн больше, чем за весь прошлый год. В области выполнены также досрочно планы заготовок и закупок хлеба, овощей, бахчевых культур, винограда, шерсти, каракульских смушек, кожсырья, пушнины, шелковичных коконов, сырья лубяных культур и других сельскохозяйственных продуктов. Центральный комитет Коммунистической партии Советского Союза и Совет министров Союза СССР поздравляют трудящихся области с достигнутыми успехами и выражают уверенность, что они и в дальнейшем настойчиво будут работать над выполнением решения 20-го съезда Коммунистической партии Советского Союза по увеличению производства хлопка и других сельскохозяйственных продуктов. В этом месяце Москва должна на год раньше срока получить Ставропольский газ. Это позволит снабжать дешевым топливом большое количество домов, промышленных и коммунально-бытовых предприятий столицы и пригородных районов. Сегодня Ставропольский газ должен подойти к Воронежу. В середине декабря он поступит к соединению с уже имеющейся линией Щекино-Москва и по ней пойдет в столицу. Через некоторое время после окончания строительства участков газопровода под Москвой газ по всему пути в 1200 километров пойдет по своей основной магистрали. Как известно, советские геологи открыли месторождение алмазов в далекой Якутии. На геологической карте мира появился новый район, где залегает этот редчайший, самый твердый минерал, который сейчас широко применяется в различных областях техники при изготовлении точных приборов. До сих пор центрами добычи этого минерала были Южная Африка, Бельгийское Конго, Золотой берег и Бразилия. В Советском Союзе до последнего времени имелись лишь небольшие алмазодобывающие предприятия. Общие геологические запасы алмазов в Якутии оцениваются во много сотен миллионов каратов. Эти месторождения не уступают африканским и бразильским. В Одесский порт прибыл греческий пароход «Панегия». Он доставил в Советский Союз первую партию апельсинов. Портовики ускоренными темпами разгружают судно. Сегодня несколько вагонов с греческими апельсинами отправлены в Москву. В декабре цитрусовые начнут поступать в Одессу из Италии и Ливана. Сегодня в Ленинграде открылась выставка произведений знаменитого французского художника Пабло Пикассо, посвященная 75-летию со дня его рождения. В 5 залах Государственного Эрмитажа показаны произведения художника, отображающие его творческую деятельность более чем за полувековой период. В их числе полотна и рисунки Пикассо, временно присланные художником в Советский Союз, а также произведения Пикассо из фондов Государственного Эрмитажа, Музея изобразительных искусств имени Пушкина в Москве, а также из частных собраний. Опровержение ТАСС. В последнее время в иностранной печати, главным образом во французской и английской, появились сообщения о том, будто советские торговые организации ведут в настоящее время какие-то переговоры о поставках Франции и Англии советской нефти. ТАСС уполномочен заявить, что все эти сообщения являются злостным вымыслом, рассчитанным явно на то, чтобы ввести в заблуждение мировое общественное мнение, требующее выполнения решений Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций о немедленном выводе английских, французских и израильских войск
территории Египта. Прага. Сегодня на сессии национального собрания выступил председатель правительства Чехословацкой республики Широкий, который остановился на вопросах современного международного положения. Остановившись на венгерских событиях, Широкий заявил, что полное возвращение Венгрии к нормальным условиям жизни потребует в связи с большим ущербом, нанесенным контрреволюцией, еще немало времени и усилий венгерского народа, а также помощи со стороны демократических стран. «Наши симпатии, — сказал Широкий, — исключительно на стороне мужественных сынов венгерского рабочего класса, которые вовремя отдали себе отчет в нависшей опасности и предприняли решительные меры для ее предотвращения». Thank you.